Сегодня стало известно, кто станет почетным гражданином Чебоксар в год 550-летия. Столичные депутаты выбрали горожан, чьи имена неразрывно связаны с историей города. Поощрять лучших в канун Дня города – давняя традиция. Но в этом году к выбору впервые подключились горожане. На портале «Открытый город» проходило голосование. В списке 6 кандидатов. Это Козлова Елена Алексеевна, Львов Валерий Константинович, Мадянов Игорь Вячеславович, Резников Михаил Сергеевич, Рощин Игорь Валентинович, Щедрин Владимир Александрович. Победителем названия «Почетный гражданин города Чебоксары» стал Рощин Игорь Валентинович. За него отдали голосов более 30% активных горожан. Юбилейный год депутаты ЧГСД решили не ограничиваться одним почетным гражданином и предложили присвоить высокое звание Валерию Львову, мастеру спорта СССР по боксу. Это высокий статус, единственный высокий статус нашего города. Прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против, воздержавшихся не имеется. Спасибо. Церемония награждения пройдет завтра. На заседании обсудили и рабочие вопросы. Столичные депутаты внесли изменения в бюджет города на этот год. Бюджет города Чебоксары на 2019 год предполагается увеличить по доходам в общей сумме на 9 миллионов 421,8 тысяч рублей за счет увеличения плановых назначений по поступлениям штрафов, санкций и возмещения ущерба. Эти средства направят на софинансирование строительства детского сада на 240 мест в микро районе Новый Город. За проголосовали все депутаты. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.